Здравствуйте. Я хотел бы рассказать немножко о кунг-фу и вучи. Многие люди не понимают и даже не знают, о чем идет речь, что же такое вучи, что такое кунг-фу. И поэтому сейчас основывается только на каком-то общепринятом мнении из фильмов, из шоу. Но на самом деле большинство людей не понимают, что это техники для здоровья и долголетия. Никакого шоу, никаких спецэффектов. Основная задача – это здоровье и долголетие. Вучи – это древние даосские техники, которые появились из йоги. Можно сказать, что это даосская йога. Внутренние практики, медитация, дыхательные гимнастики, работа сознанием, управление энергиями. Вучи – это как родители кунг-фу. Кунг-фу – это как дети. Есть кунг-фу для мальчиков, кунг-фу для девочек. Это работа с телом, хореография, пластика. Это работа с стилями животных. Каким путем идет кунг-фу? Кунг-фу преподается подражательными стилями. Тигр, змея, журавль, леопард, дракон – это хореография. Но на самом деле это работа с пятью элементами. Тигр – металл, журавль – огонь, вода – дракон, земля – змея, огонь – журавль. Пять элементов и пять стилей животных – это пять органов инь и пять органов ян. Поэтому, занимаясь дыхательной гимнастикой, занимаясь стилями животными и хореографией в кунг-фу, вы занимаетесь оздоровлением. Обучение начинается с кунг-фу, но впоследствии продолжается изучением вучи. Ассоциации очень простые, это как семья. В семье есть дети, есть родители. Родители – это вучи, дети – это кунг-фу. И таким образом вы изучаете данное направление под общим названием хонгэ или хонза. Приходите, смотрите, пробуйте. На нашем канале мы будем рассказывать об этом более подробно. Подключайтесь к нашему образовательному каналу. Мы сейчас запускаем программу, с помощью которой вы можете обучаться дистанционно. Кунг-фу и вучи – это здоровье и долголетие. Кунг-фу и вучи может быть для любого возраста, для любого уровня подготовки. Мы берем детей с 4 лет. У нас занимаются пенсионеры, женщины любого возраста, даже беременные. Приходите, занимайтесь, получайте здоровье. Мы будем рады вам помочь.